Привет всем! Сегодня у меня в обзоре будет вот такая посылочка, в которой находится Just Eat Rim, заказан с сайта AliExpress за $8.35. Он пришел за 20 дней, давайте мы сейчас его распакуем. Мы его сейчас вот тут где-нибудь... Давайте мы сейчас вот так вот, по-жесткому. Как-нибудь пройдемся. А, вот. Вот так можно. Ну, зачем нам экономить упаковочку, если ее можно просто взять и порвать, чтобы добраться нам до этого устройства. Значит, вот сам Just Eat Rim и в нем еще набор, одна насадка и вторая насадочка, которую... Вот. Эти насадки для длины волос. Вот как они выглядят. Вот одна насадочка, вот вторая. Так, вот сам Just Eat Rim. Вот эта вот штучка выдвигается. Так. Мне не нравится вот ее обратный ход, если честно. Батареек нету. Вот видите? Ладненько, ничего страшного. Так, он без батареек. Значит, что мы сейчас сделаем? Мы вставим батарейки. Что по поводу его открытия, я вам скажу так. Его так просто не откроешь. То есть надо снимать вот эту вот штучку. Я сейчас вам, сниму ее. Вот снялась эта штучка. Ну вот мы сняли вот эту вот штучку. Вот. Сейчас снимаем сам корпус. И вот сюда вот вставляются две батарейки, без разницы, аккумуляторные батарейки, либо просто батарейки, формата 3, сейчас мы их ставим и посмотрим, как он работает, так, плюс-минус, значит, раз, и вот так вот. Сейчас мы вставляем так неправильно. Собираем у нас наш Just Eat Rim. Так. И проверим, как он работает. Ну вот, получается, я проверил, он, посмотрите, вроде работает, да, но звук у него странный. Нет, он стрижет, все, он правильно стрижет, но я не понимаю, давайте мы отключим его, то ли это батарейка, уже, грубо говоря, хана, и их надо заряжать. Либо это такой вот попался мне Just Eat Rim. Но это проверится все со временем. Вот. Ну, ссылочку я на него ставлю, так что переходите, можете заказывать, можете не заказывать, это ваше дело, но все равно ссылочку оставлю.
Вот. Всем спасибо за просмотр этого видео. Ставим лайки, кому понравилось. Подписываемся также на мой канал. Вступаем в группу ВКонтакте. Всем пока-пока.